Приветствую вас, мои дорогие, на своей кухне в гостях у Людмилы. Сегодня мы приготовим вот такие вот картофельные шампиньончики. Только посмотрите, как необычно они выглядят. Очень сильно похожи на шампиньоны. Очень вкусные и очень нежные. Картошку я почистила и поставила варить. Теперь пока еще горячая у нас картошечка, ее нужно хорошо протолочь, чтобы не попадалось никаких комочков. Картофель я хорошо растолкла, немного подсаливаю его и добавляю сюда крахмал. Количество затраченных продуктов я напишу в описании под видео. Теперь все хорошо нужно перемешать. Если видите, что сильно густое, то добавьте немного водички. Я вот добавила буквально 1 столовую ложечку водички. Крахмал можно использовать сюда любой. Я добавила картофельный крахмал. И замешиваем теперь картофельное тесто. В ложку набираю немного картошки. Делаю небольшой шарик. Теперь бутылкой продавливаю серединку. И вот посмотрите, какой шампиньончик у нас получился. Очень красивые и очень аккуратные грибочки у нас получаются. Что с одной стороны, что с другой стороны. Так переделываем всю нашу картошку. Воду нужно обязательно закипятить. В кипяченую воду опускаем наши грибочки. Как только грибочки всплыли, буквально полминутки и вытаскиваем их. Как ко всем грибам, хочу приготовить сметано-чесночный соус. Лучок, если крупный, режем на 3 части. И потом вот такой тоненькой соломочкой. Я взяла 2 головки лука. В сковородку я налила немного растительного масла. И опускаю сюда наш лук. Лучок нужно обжарить до золотистого цвета. Много масла я не наливала, потому что буду добавлять жирную сметану. Наш лук стал вот такого красивого желтенького цвета. И я добавляю теперь сюда сметану. Где-то 3 столовые ложки. Сметана у меня 20%. Все хорошо перемешиваю. Немного протушиваю в сметане наш лучок. Отправляю теперь сюда чеснок. И опять все хорошо перемешиваю. Немного подсаливаю. И совсем немного добавлю сюда водички. Буквально где-то 3 столовые ложки. Протушу 1 минутку и все выключаю. И наш соус готов. И все подаем на стол. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Картофельные грибочки со сметано-чесночным соусом. Всем приятного аппетита!